Красивый город начинается с благоустроенного двора. В этом уверены жители дома 72А по Шереметьевскому проспекту. Эта придомовая территория вошла в программу формирования комфортной городской среды. Деньги на преображение дворов выделяет федерация. Жители тщательно готовились, составляли дизайн-проект. Каждый штрих выверяли на собрании собственников. И вот финишная прямая. Местные с нетерпением ждут рабочих и начала ремонта. Представителям мэрии, приехавшим убедиться, все ли требования учтены, здесь рады. Все вопросы будут рассмотрены, все замечания, которые будут направлены, мы все рассмотрим и, соответственно, объявим тоже по результатам, потому что мы уверены, что мы все сделали правильно. И уже не первый двор, куда мы приезжаем, жители подтверждают, что это именно то, что они и хотят. А это и является основной целью программы современной комфортной городской среды. Смета составлена. 1 000 000 пойдет на асфальтировку, 1 200 000 рублей на возведение современной игровой площадки. Жители просили сделать пешеходные дорожки, зонированные бордюрным камнем, и места для парковки. Так все и будет. Софинансирование данного проекта взяла на себя управляющая компания. То есть по договоренности они софинансируют данный проект. 1% от сметной стоимости. Это 20 тысяч. Своими силами мы старались как-то двор улучшить, но свои силы сами знаете какие. Поэтому хотелось бы, чтобы двор наш был красивый, уютный, и чтобы приятно было находиться в нем и старым, и молодым. Детей у нас достаточно много. Вот, хотелось, чтобы детская площадка была хорошая, было много зелени. Еще 600 тысяч рублей будут потрачены на озеленение территории. Больные деревья спилят, здоровые экранируют. Обязательно посадят саженцы. Решено, это будут ели, березы, клены и кустарники. Я вижу очень много аварийных деревьев, которые поражены раком, усыхают деревья очень много. Вот. И по деньгам как бы здесь планируется очень много посадки. Вот, поэтому так дорого. Конкурсные процедуры завершены. В ближайшее время будут подписаны муниципальные контракты, и со следующей недели во дворах областного центра начнутся ремонтные работы. Напомним, в столице муниципалитета по федеральной программе благоустроят 24 двора на сумму в 67 миллионов рублей. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.